Фулнес. Неправильное грамматическое выражение. Yeah, I was wondering about this title. It was irritating me a little bit. I know mindfulness, where I am, who I am, what my body is, and how I can share this. If I share the mindfulness inside the dance, then I could understand it as dancefulness, to share the dance in a mindful way. Mindfulness means to be connected with the dance in yourself, and your dance is not about what you have to do or what you should do, but whatever dance comes from inside of you. Dancefulness для меня это что-то про наполненность танцами, про существование танца, который сливается с жизнью, и уже нет большой границы между жизнью и танцем. То есть все случается и переплетается вместе. Танец проникает в жизнь, жизнь проникает в танец. Dance и full, и full of dance. Nest. И... Nest. Да. Nest. Мы делаем nest, мы и, делаем... и там nest. И там dance. И все full. Full. И мест больше нет. Oh,
тягу получается такой вот наполненный, да, что тут ничего больше не хочется после этого. Не очень много такого в жизни. Вот одно из них — это танец. Это связь с своим телом, это продолжение жизни, это контакт с жизнью, это вспоминание и рождение чего-то нового. It means that to dance is just enough. Dance gives everything. Для меня этот фестиваль, когда я познаю себя через танец, через природу, через общение и через тишину. Вот когда ты жрешь такой, вот так, а потом ты приезжаешь, танцуешь, и вот так. Говорить или нет? Все.